Азербайджан не скрывает, что не намерен продлевать российскую миротворческую миссию в Карабахе после 2025 года. Руководство страны неоднократно поднимало данный вопрос. Об этом в беседе с корреспондентом «Новости Армении» заявил армянский эксперт по Азербайджану Тарон Аванесян. По словам армянского эксперта, работа российских миротворцев в азербайджанских СМИ якобы подвергается жесточайшей критике, передает Азия-Ас. Азербайджан стремится запретить или не допустить продления присутствия российского миротворческого контингента в Карабахе после 2025 года. Однако другое дело, что Россия не хочет выводить своих миротворцев из Карабаха, считает Аванесян. По мнению эксперта, Баку в 2025 году обязательно поднимет вопрос вывода российского миротворческого контингента. Азербайджан пытается показать, что миротворцы в одностороннем порядке поддерживают армян, вооружают армянские подразделения и обеспечивают выполнение инженерных работ. Отметим, что Баку не в 2025 году, а ранее будет поднимать вопрос о выводе российских миротворцев, как положено по регламенту. Спустя два года после окончания Отечественной войны российские миротворцы так и не заставили армянские войска покинуть Карабах, международно признанные территории Азербайджана. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.